дело было в воскресенье ранней весной. Мы пошли на новоселье к девушке одной. Так красиво, со цветами, с тортом президент. Вася, Гриша и Гурами, я и Женька Кент. Галстук, белая рубашка, с блеском каблучки. А при входе по рюмашке от хозяюшки нас встречают Лиза, Рая, Света и Любовь. И хозяйка шмутная разбожигает кровь. Да по рюмачке, по стопочке, по фужеру, по стаканчику. За здоровье нашей Софочки, пили белочки и зайчики. Мужики, забыв супружьи прелести жены, разбежались по кроватям, койкам топчанам и устроили на хате форменный бедлам. 10 дальних альбомов, ну, вроде в чистом неглиже. Ох, им вздох, и всех заводят, не понять уже, кто на ком, зачем рыдает, ластами грядет. А хозяюшка стенает, подо мной орет. Запрокинутые ноженьки, переломанные диванчики. Погостили мы у боженьки на задворках и в чуланчике. Часик два и три проходит снова за столом. Ну, а Лиза речь заводит, говорит дурдом. Из-за вас, козлов вонючих, сраных кобелей, мы святые, наша участь вырастет детей. Отвечает ей Гурами, сняв салбачки. Но кто здесь клер, надо мировал в соски. Все вы, девочки, святые, в этом нет колен. Изменили вы впервые в этом споруме. Перевернутые стопочки и разбитые стаканчики. Поднажрались мы у Софочки, свиноматки и кабанчики. Перевернутые стопочки и разбитые стаканчики. Поднажрались мы у Софочки, свиноматки и кабанчики.